Всем привет, доброе утро. Мы сегодня приехали на пляж. Чарли там с каким-то щеночком встретился. В общем, жарко так. Я даже не ожидала. Та-дам! Я опять розовая, как вам? В Инстаграм я уже, кстати, фоточку отправила, так что подписывайтесь, кто хочет увидеть меня первой. И я вчера выставила фото с моими длинными волосами. Hello. Какой-то бомжик. Вот. С длинными волосами. Ну, там мне еще 20 кг лишнего веса, скажем. Так. Ну, в общем, давнишняя фотка. Так что тоже слазите, посмотрите. Интересно, если... Что еще хотела сказать? Вот сидела дома, пойду-ка я на пляжик съезжу. Море такое спокойное, прям вообще ни ветерка, ничего нету. Классно. Но и у меня сегодня нет времени на море. Мне в 4 сумба. Потом к бухгалтеру надо идти за бумажками. В общем, вот так. Такие планы у нас. Покушать надо приготовить. У меня там грибочки есть. Хочу пожарить мясо. Только не то ли на гриле, то ли в духовке. Наверное, на гриле, потому что, не знаю, в духовке. Не, на гриле. Нет, сейчас еще пойду в косметику куплю. У меня там, я даже список составила, да-да. Составила список, что купить. Вот. Ну, не знаю, куплю ли все. Там есть более необходимые, скажем так, продукты. И менее необходимые. В общем, поживем, увидим, что почем и как. Прицепила вот эту бандуру. Держатель для камеры. Она такая, зараза, тяжелая. Рука устает. Смотрите, какое там море. Шикардосное. Прикольно, да? Интересно, когда ветер, они не улетают? Я уже всего накупила, и шампунь, и, в общем, даже маску какую-то прихватила. Сейчас приду вам дома, все покажу. Здесь вот у нас магазин находится с кофе и чаями. Боже, как здесь пахнет кофе. Я здесь чай беру иногда. Вкусный очень, на развес, вообще суперски. Боже, как здесь пахнет кофе. Я кофе не люблю. Не, ну иногда могу выпить. Но особо так не люблю. Но как оно пахнет, мне очень нравится. Вкуснятина. У нас еще не сняли вот эти навесы. Еще жарко. Так что все. Я иду сейчас. Хочу, знаете, носки какие-нибудь красивые, смешные купить. Там всякими здесь, ну, какие-нибудь смешные. Я же сама смешная, поэтому и носки хочу смешные. Например, вот под эти кроссовки какие-нибудь, чтобы у меня выглядывали красивые, смешные носки. Не могу найти. Вернее, нахожу, они смешные, но, знаете, их будет не видно, потому что они будут внутри кроссовок. А я же хочу, чтобы все их видели. Такая вот я смешной человек. Страдивариус зайду, может, тут что-то есть. Не знаю. Мне нравится этот магазин. Сюда столько народу. Господи, испугалась прям. Здесь есть носки-то. Пойду носки искать. We'll be right back.
вот мои покупки. Носки все-таки купила вот с такими мордашками. Правда, они на моей ноге вот так вот растягиваются. Ее почти не видно, этой мордашки. Ну, в общем, прикольный, мне кажется. Это самый прикольный стал из всего выбора, что вот я не люблю темные носки, я люблю светлые носки. А так как сегодня, сейчас каждый день хожу. В общем, носки нужны. Они на стойле здесь сколько пар? Раз, два, три, четыре, пять пар. 8 евро стоили. Да. И вот что купила вот в этой магазине Primor. Значит, вы знаете, когда я пошла оплачивать, оказалось все по 2, кроме вот этого. Смотрите, ценник. Евро 99, 99. Я даже офигела, если честно, как так? Хотя на цены не особо смотрела, в общем, просто выбирала то, что мне нравилось, и чтобы это, ну, были не такие, как это сказать-то, ну, марки, которые вот там, буржуа, вот эти все. Хотелось что-то новенького, и взяла вот такой вот мицеллярную воду, потому что я в бассейне мою лицо, но хочется, ну, естественно, потом и в душ хожу, и все. Но потом хочется еще лицо протирать какой-нибудь еще дома. Потому что все равно прихожу, и вся потная, кремом не могу мазаться. Ну вот, хотя я не очень люблю мицеллярную воду, потому что не люблю. Я люблю лицо умывать водой, просто водой. Скраб вот такой купила. Этой же марки. Тут, блин, по-испански нифига не написано. А где написано, приклеена вот эта вот, блин, этикетка. Но я так поняла, что это скраб, потому что нужно, что это скраб. В общем, с алоэ вера. Шампунь вот такой взяла. Это из серии, ну, всякие там, знаете, Био. Тоже 2 евро стоило, представляете? Но здесь не так много. И с лопухом, представляете? С лопухом. Надо, кстати, сейчас изучить, как он по-испански говорится, этот лопух. Бардана. Бардана это, наверное, и против выпадения волос. Сейчас сезон такой наступил, в общем, осень, и волосы, сезон выпадения волос. Короче, надо, чтобы у меня незаметно, конечно, выпадает или не выпадает, но у меня очень большие вот эти вот залысины, которые я старательно маскирую, и кажется, что у меня волос очень много. На самом деле это не так. Когда у меня был длинный волос, там вообще вот такой хвостик был. Ну, из-за того, что были кудрявые, было незаметно. Ну, не в этом дело. В общем, сейчас сезон выпадения волос. И купила вот от выпадения волос с лопухом. Представляете? Мне понравилось это. Это серия Био. Я не сторонник и не против, и не за Био. Как бы мне по барабану, да? Ну, вот. И вот прихватила еще маску такую вот интересную тоже. Вот тут на каком-то написано, типа, ну это не русский. Тут на испанском. Вот на испанском, как всегда, вот сюда прилеплена этикетка. Я не знаю, для чего это делается, почему ее не прилепить, вот, например, на вот этот язык, который я не понимаю. Почему-то все время лепят на сюда. Может быть, залепить какую-то информацию. Ну, вот такую вот масочку буду сегодня пробовать. А еще взяла вот такой. Это не карандаш, это фломастер. Стрелки рисовать. У меня есть от Кико, от, ну, и вот другие там, от кого еще? Какая-то фирма такая знаменитая, но, блин, они так плохо рисуют стрелки. Во-первых, стохнут, хотя написано авто, этот вот, водоустойкий. Ну, блин, вообще, вот так вот сделаешь глаз, и вот они все растекаются. В общем, не знаю, попробую этот. Это вот. Vivienne Sabo. Вроде ничего, да. Я об этой марке ничего не могу сказать, потому что я не знаю, что, почем и как. У меня есть помада от нее. Вроде ничего, нормально. Правда, она пахнет не очень. Вот я хочу карандашом. Потом открою, посмотрю. Завтра нарисую. Нарисую завтра себе стрелки. Вот такие у меня покупочки. Очень интересная марка. Она на самом деле розовая и блестючая. Давайте попробуем. Что я гадаю-то? Там тут залеплено, видите? Ну-ка. А, она, наверное, знаете, пленкой делается. Блин, пахнет так, зашибись. Она, наверное, пленкой делается. Ой, она правда блестючая, смотрите.
Да я такую смывать-то и не захочу. Мне с такой надо на улицу идти будет. Это меня муж-то увидит и скажет, да где ж такая красота-то пропадала? Вы видали, что творится? И скажет, и что же это такая красота дома сидит? Когда ей надо блистать на просторах Испании? Не, ну вы посмотрите, что творится. Что, она сохнет или что? А не, не сохнет. Блин, надо изучить, как с ней обращаться. Буду изучать. Но выглядит эффектно, правда? Я тут все пробую, попробовала. Вот это, да, это пилинг, скраб. Там есть частички чего-то. Такие мелкие. И пахнет зубной пастой. Ну, в общем, тут маска. А это я уже попробовала фломастер вот этот, стрелки рисовать. Ой, кстати, он не стирается. Не стирается. Ой, он и слюнями не стирается. Прикол. Он и водой не стирается. Слушайте, ну прекрасно, прекрасно. Все то, что надо. Еще надо шампунь попробую. Но это я сегодня уже попробую. Да, это, видите, пленка. Пленка. Там надо, написано, что ее надо отдирать. Ну, так я люблю такие маски пленочные. Ой, как, смотрите, прям, знаете, кто любит отдирать? Помню, когда сгорает кожа на спине, прям так ее хочется вот так отодрать. Так и это. Ладно, пошла я готовить. Смотрите на мой привлекательный обед. Грибочки с лучком, шпинатом, гречка и медальоны мяса. А это тут мужу буду готовить грибы сейчас с луком. В общем, и тоже ему мясо. Он такие грибы не будет есть. Он, кроме шампиньонов, не любит никакие грибы, поэтому я буду пробовать эти. Я уже пришла. Села тут такая деловая. В общем, хочу маску нанести. Я уже протерла лицо. Ой, нет. Поставила зеркало. Сейчас буду золотой. Золотая, золотая. Ну-ка. Посмотрим, что это такое за маска такая золотая. Не золотая, она блестючая. Знаете, понедельник день тяжелый. Ходить на сумбу. Еще там кондеры то ли сломаны, то ли что. Я не знаю, почему их не включали. Ну, короче, мы чуть не умерли там. Ох, блин. Вообще, чем такие маски наносят? Я обычно наношу их... Обычные маски наношу кисточкой. А это же кисточкой не намажешь пальцами, наверное, да, как я? Все правильно делаю. Ой, блин, я прям хоть на улицу такая иди. Смотрите. Красота вообще. Написано намазать тонким слоем. Ой, пахнет как вкусно. Слушайте, ну прям на дискотеку с такой можно идти. Как вы считаете? Сейчас я намажусь, увидите, офигеете. Я уже сама офигеваю потихоньку. Пилингом не стала чистить. Она написана, что убирает мертвые клетки, омертвевшую кожу. Буду молодая, красивая. Правда, ей так красиво, куда больше, но все-таки. Чтобы не увидала красота. Ой. Зато времени много. Хотя сейчас в 7 часов пойду за бумагами к бухгалтеру. Бухгалтер. Милый-милый мой бухгалтер. Вот так вот всю жизнь. Работай, плати. А что делать? Раз хотим улицы чистые, пенсии хорошие, надо работать. Иначе никак. Ну как я вам? Я думаю, шикарно, да? Класс. Пойду гору разбирать. Постели. Тряпья высушена. И у меня еще она там сушится. На это. Тетю там лизит-то моя ляпа. И еще сушится. Постели все меняю. Кстати, смотрите, я уже одеяло себе. Постелила. В общем, вот этот комплект с кошками мне дарила моя тетя, которая к нам приезжала.
Потому что, смотрите, она и тут даже с кошками. В Испании продаются простыни отдельно. То есть они просто однотонные, либо голубые, либо там любого цвета, но однотонные. А это все, смотрите, у меня с кошечками. Тут кошечки, тут кошечки. И подушки кошечки. В общем, кошечки, одни кругом кошечки. Красиво же, красиво. Тут все орет. Я сияю. Может, на улицу так пойти? Или на дискотеку? Пишите в комментариях. Вы бы отважились так на дискотеку идти? Попробую сейчас отдирать. Очень долго сохнет. Может быть, потому что я не совсем остыла после спортзала. В общем, попробую. Поехали! Довольно больно отдирается, скажу вам. Прям депиляция какая-то. Мелкие волосы, может быть, тоже отвалились. Хорошо еще на брови не наделала, а то бы без бровей осталось. Тут кое-какие блесточки остались. Вот так. Кожа. Но все равно кремом надо мазаться, это 100%. Конечно, после одного раза какой может быть результат? Никакой. Да и вообще вот эти результаты, как их увидишь? Морщины уже не уйдут, какие есть, они никуда не денутся. Надо их только хирургическим путем убрать. Или ботокс. А какими-то кремами их не уберешь. Крема и все вот эти маски, хераски, они только для того, чтобы новые не вылезали. А старые, как они были, так они и есть. Все, это уже ваше и мое. Кое-какие блестки останутся, ничего страшного. Блин, ну тут... Ой, блин, а как это я так? Тут без бровей останусь. Хе-хе-хе. Без бровей как останусь, вообще будет тогда жесть. Ну, вроде бы все. Ну так, нормально. Вроде кожа, знаете, такая не это, не сухая, чувствуется такая прям хорошая. Пойду кремом мазаться. Вот так идем. Слышите? Какой-то... Чего стреляют вообще? Ты, наверное, в Салабрине у нас там. Праздник. А я тут страдаю, и мой чар маленьким. Рыба спит, она устала. И я буду с вами прощаться до завтра. У нас уже очень темно. Я посмотрела сериал. Не сериал какой-то, там 3 часа он длился. Сейчас скажу, какой. Чистая психология. Неплохой, кстати, так. Ну, знаете, это однодневка. Посмотрел и забыл. Все, больше ни о чем, как говорится. Так что пойду сейчас монтировать
и отдыхать. Завтра у нас рабочая неделя начинается, так что в путь. А вам всего самого наилучшего и встретимся с вами завтра. Пока-пока!